Всем привет! Вы смотрите рубрику «Счастье есть». Меня зовут Евгений Чубан, и теперь каждый будний день мы будем вместе с вами завтракать. Сейчас у нас сентябрь, начало учебного сезона, и, конечно же, первый завтрак мы назвали «Завтрак школьника-студента». Конечно, что может быть удобнее бутерброда, который можно взять с собой на учебу? Мы приготовим с вами полезный бутерброд, или, как сказали бы за границей, сэндвич. Для этого нам понадобится хлеб с отрубями, ветчина, помидорчик, огурчик, одно столовое яйцо и немножко фантазии. Что будет происходить далее, смотрите, мы начинаем. Для того, чтобы сэндвич был совсем полезным, наш тостовый хлеб мы немножечко подсушим на оливковом масле на сковороде. Собственно говоря, этим сейчас и займемся. Так, перевернем и подсушим с другой стороны наш хлебушек. А вообще, дорогие друзья, вы знаете, что в Арабских Эмиратах в 2010 году был изготовлен самый большой в мире бутерброд. Длиной он был 2700 метров, начинка была паста, оливки, огурцы и помидоры. Оказывается, жители итальянского города Кастеллони приготовили 3-километровый бутерброд. И он теперь считается самым большим в мире. Пока что этот рекорд еще не побит. В России тоже пытались сделать самый большой в мире бутерброд. На день города Йошкар-Ола наши умельцы попытались что-то сделать подобное, но у них ничего не получилось. Зато было весело, и все горожане отведали и попробовали этот бутерброд. Дорогие друзья, в 2-3 минуты и наши полезные сэндвичи готовы, поэтому можно их запаковать в пищевую пленку, положить в ланчбокс или пакет и смело отправляться на учебу. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня, пока!